Уважаемые депутаты, поздравляю вас с избранием на такие... Сегодня прошла организационная сессия депутатов. Наш с вами родной поселок наконец-то получил законную, легитимную власть. И основной вопрос был избрание главы Хурала представителей ПГТ Кайхем. Главой Хурала был избран я. Очень надеюсь на плодотворную работу, чтобы каждый депутат сделал хотя бы частичку чего-то, и тогда у вас получится, что наш поселок немножко изменится. Председатель Хурала представителей ПГТ Кайхем был избран Ашанин Николай Сергеевич. Мне он известен как учитель английского языка. В целом говорит открыто, видно в нем боевой дух. Уверена, он должен стать сильным председателем. Сегодня всем депутатам ПГТ Кайхем были вручены вот такие удостоверения, мандаты доверия от народа. Очень надеюсь, что вновь избранный состав Хурала будет максимально эффективным, и мы все совместно сможем разрешить те проблемы, которые накопились за все время, которое отсутствовал Хурал в Кайхеме. Наша фракция будет подавать заявление на следующую сессию. Состав, могу сказать, что люди с разных областей трудоустроены. Есть специалисты, как связанные с медициной, с образованием и других направлений. Но в целом люди достойны, поэтому нам предстоит работать. И думаю, тогда уже в деле проявится действительно их вся работоспособность и все, что они могут дать Хуралу представителей, все свои знания и опыт. Работу мы уже свою начали совместно с Евгением, уже отрабатываем вопросы по поступившим через канал Республику обращениям, формируем обращения в прокуратуру, в администрацию ПГТ Кайхем. В общем, уже приступили к работе.